В условиях карантинных ограничений изменился порядок проведения медико-социальной экспертизы. Для первичного установления инвалидности и степени потери трудоспособности не надо очно проходить комиссию. Достаточно через ЕГОВ отправить в Департамент труда, социальной защиты, миграции заявку с отсканированными документациями. Итак, пройти освидетельствование можно в заочном формате без посещения отдела медико-социальной экспертизы. На сегодня заочно получили эту услугу первые 155 граждан. Кроме того, автоматически на 3 месяца продлены сроки инвалидности граждан, чей срок переосвидетельствования пришелся на период действия ограничительных мер. Эти меры направлены на предотвращение массового скопления людей в государственных учреждениях и снижение риска заражения коронавирусной инфекцией. На сегодня в связи с карантинными ограничениями больным не обязательно приходить для установления инвалидности. Документы отправляются через поликлинику. На их основе проводится освидетельствование. Прежде им надо было лично с документами являться на комиссию. Решение принималось после медицинского осмотра и проверки документов. На сегодня заочно прошли освидетельствование 155 человек. А для тех, кто должен был пройти переосвидетельствование, срок инвалидности автоматически продлен на 3 месяца. Их свыше 400.